Приветствую. Сегодня у нас рулетка «Воин чести». Есть также «Феодальный лорд». Я уже несколько раз прокрутил данные рулетки, и мне особо ничего не выпало, кроме фрагментов и серебра. Вот опять выпадает серебро на рулетке «Воин чести», хотя я хотел бы какой-нибудь рюкзак или парашют. Давайте прокрутим еще раз, может быть, выпадет скин. Или будут фрагменты опять. Маска. Воин чести. Ну, не самый лучший скин из этой рулетки. Как я и говорил, что я хотел бы что-нибудь там другое. Ну, на костюм я, конечно, не рассчитывал. Ну, вот такая вот золотая маска. Ну-ка. Давайте примерим ее. Вот. Так она выглядит. С этим костюмом довольно странно. Давайте попробуем поменять, подобрать костюм с капюшоном, наверное, какой-нибудь. Ну, вот этот вот. Ну да, с капюшоном лучше смотрится, но все равно как-то странно. Может быть, другой подойдет. Да, вот с этим получше. Как-то золото поиграет. Да, вот. Да, с этим лучше всего. Также у нас есть премиум ящик. Хочу выбить все-таки вот этот вот костюм операции Лев. Школьные ботинки выпадают. Сейчас объединим фрагменты. Да, вот у нас есть фрагменты. И прокрутим еще раз. Шлем, чугунный шлем. Ну, даже очень хорошо. Я понимаю, что он не очень редкий, но у меня такого не было. Квадратные очки. Серебро. Давайте посмотрим на то, что мы выбили. Какой шлем. Так. Вот он, шлем. Третьего уровня, второго уровня вот так вот выглядит, и первого с такими вот шипами. Ну, я буду даже его использовать. Счастливо!